Межсирийские переговоры начнутся в эту пятницу, 29 января, в Женеве. В них примут участие представители властей и умеренной оппозиции. Напомню, что именно на прямые контакты конфликтующих сторон делают ставку в Москве и Вашингтоне. Первая цель подобных консультаций – всеобщее перемирие. Сегодня ситуацию в Сирии обсудили по телефону главы внешнеполитических ведомств России и Америки. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что необходимо создать единый фронт борьбы с террором.